Друзья, всем привет. Я обращаюсь к вам сегодня за помощью. Я думаю, вы знаете, что у меня есть группа помощи для жителей Украины, для бедных жителей Украины. Я подчеркиваю, для тех, кто нуждается, потому что каждую нужду мы тщательно проверяем. Вы знаете, что сейчас в Украине происходит, и много стало инвалидов, много стало людей, которые потеряли свое имущество, потому что война, люди убегают от войны. И, к большому сожалению, государство не всем помогает. Мы каждый день получаем огромное количество звонков, и, к большому сожалению, наши возможности не такие, чтобы всем оказать помощь. Мы уже переходим как бы к тому, что самое необходимое, вот как бы такое необходимое лекарство, обезболивающее самое простое, потому что люди страдают, денег нет, люди просят у других помощи. И мы, конечно, нужды эти проверяем, друзья. А у меня есть администраторы, которые живут в Украине, они работают в этом направлении. Слава Богу за таких добрых людей, которые жертвенные люди, которые бесплатно работают, ничего за это не берут, друзья. Все деньги перечисляются на Украину, люди там получают. Есть отчеты в группе, мы их выставляем периодически, мы выставляем отчеты, как мы оказываем помощь, есть видео, есть фото. То есть я со своей стороны гарантирую, что все деньги, которые вы посылаете для бедных, они все идут для бедных. Все деньги перечисляются прямо в Украину. Я со своей стороны к деньгам никакого отношения не имею. Деньги получают там в Украине администраторы, и они принимают звонки, обрабатывают. Поэтому если у вас есть возможность, желание помочь бедным жителям Украины, я даю ссылку на группу, и там вы найдете более подробную информацию, кому перечислять деньги. Есть телефон для справок, если вам нужно. Там есть фотографии, есть видеоотчеты. Нам нужны сейчас помощь, именно материальная помощь. Потому что, как я сказал, очень много людей обращается за помощью. И мы не всем можем помочь, потому что наши возможности, они не такие, чтобы всем оказать помощь. Но благодаря тому, что если вы поддержите это в вопросе, кто-то еще получит дополнительное лекарство, кто-то из детей получит там детское питание, там памперсы или еще там что-то. Друзья, я знаю, что есть очень много добрых людей. Я знаю, очень есть добрых много людей. Это, хочу еще подчеркнуть, это группа помощи только для жителей Украины. Я не работаю с другими странами, потому что нет такой возможности всем помочь. Вот. И в других странах, я знаю, тоже есть бедные, тоже нуждающиеся. У нас только как бы, группа помощи только для жителей Украины. Заранее благодарю за вашу помощь. Божьих вам благословений, друзья.